В обращении с квартирной электропроводкой надо соблюдать простые, но обязательные меры предосторожности. Следить за исправностью автоматических выключателей или предохранителей, а также за состоянием электроизоляции. Во избежание повреждения изоляции не допускается подвешивать электропровод на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провода, пропускать провода или электрические шнуры за газовыми, отопительными или водопроводными трубами, вешать что-либо на провода, выключать электроприборы вытягиванием вилки за шнур. Использовать оголенные концы проводов вместо вилок, а также закрашивать или белить открытую электропроводку. Не следует оставлять в эксплуатации штепсельные розетки с разбитым основанием или крышками. Разбитые ролики, оголенные провода, патроны устаревшей конструкции с металлическими корпусами нужно заменять на современные. Если прикосновение к подключенному в сеть электроприбору болезненно, прибор необходимо немедленно отключить и проверить изоляцию его токоведущих частей от корпуса. Особую осторожность в обращении с электропроводкой следует соблюдать в сырых помещениях и в помещениях с земляными, кирпичными или бетонными полами, хорошо проводящими электрический ток. В таких помещениях запрещается устанавливать розетки и выключатели, присоединенные непосредственно к сети. Можно только через разделительные трансформаторы, а также пользоваться переносными светильниками без защитной арматуры. В домах со скрытой электропроводкой во избежание поражения электрическим током все работы по пробивке отверстий в стенах можно выполнять только в том случае, если известна трасса скрыто проложенных проводов. Надо знать пропускную способность счетчика и проводов и не перегружать их. В том случае, когда возникает необходимость установить дополнительный стационарный светильник, например, в кладовке на антресолях, следует помнить, что выключатель должен быть присоединен в разрыв фазного провода. Это обеспечивает отсутствие напряжения на обоих контактах лампового патрона в выключенном состоянии.